Что нам нужно, чтобы пройти процедуру регистрации абсолютно без сайта? Нам нужно знать два адреса. Это адрес смарт-контракта и адрес кошелька того человека, который нас пригласил. Где мы можем взять адрес смарт-контракта? Пройдем вот в самый низ сайта. И вот здесь видим такую вкладочку смарт-контракт. Нажимаем на нее и попадаем на Etherscan нашего смарт-контракта. Вот адрес смарт-контракта. Нажимаем на вот этот вот значок и копируем этот адрес таким образом. Значит, что дальше? Давайте я вам покажу на примере MetaMask, потому что я пользуюсь MetaMask, Trust Wallet там не пользуюсь. Ну, я думаю, кто-нибудь сделает примерно такое же видео и про Trust Wallet, если еще не сделал. Значит, заходим в MetaMask. Открываем. Нажимаем «Отправить». Значит, вот в эту строчку мы вставляем адрес нашего смарт-контракта. «Ставить». И у нас возникает следующая проблема. Адрес смарт-контракта мы вставили, но нам же нужно еще куда-то вставить и адрес кошелька нашего пригласителя. А здесь нет поля даже, в которое мы могли бы его вставить. Что мы делаем? Заходим вот в настройки Settings. Находим раздел Advanced. И если у вас по-русски будет, то это будет звучать как продвинутый. Открываем. И находим здесь такой пункт, как Show Hex Data. Ставим переключатель на ON, то есть включаем. Смотрим, что у нас происходит после этого. Снова нажимаем «Отправить». Ну вот у нас наш адрес смарт-контракта здесь сохранился, который я вставлял. И появляется вот внизу поле HEX DATA. Вот именно в это поле нам и нужно будет вставить кошелек нашего пригласителя. Ну, смотрите, у меня уже он... Я скопировал его специально здесь, вот в документ отдельный, чтобы продемонстрировать. Копировать. Возвращаемся и вставляем вот в это поле кошелек нашего пригласителя. То есть еще раз запоминайте, верхняя строчка это адрес смарт-контракта, нижнее поле HEX DATA, возле которого написано, это адрес кошелька вашего пригласителя. Ну, на самом деле здесь можно еще, конечно, зайти вот сюда в раздел Advanced Options для того, чтобы правильно выставить цену газа. Ну, сейчас, насколько я знаю, вроде бы особых проблем нет, поэтому можем просто поставить Fast вот сюда переключатель, на, чтобы быстро прошла транзакция. Ну, а в этом поле мы выставляем с вами 0,5 эфира пишем. Ну, как видите, у меня кошелек пустой, здесь 0, поэтому оно красным обведено, да, не дает, естественно, провести эту транзакцию. Но выглядеть это должно так. То есть, еще раз, верхнее поле это адрес смарт-контракта, где его взять я только что показал. Нижнее поле HEX DATA это адрес кошелька вашего пригласителя. Вот здесь вот вписываем 0,5 эфира для того, чтобы зарегистрироваться. Если вы уже зарегистрированы и вам нужно просто повысить уровень, то есть, допустим, вы сейчас на первом уровне хотите купить второй. Что для этого нужно? Вот эта строчка HEX DATA вам уже вообще не нужна. Смарт-контракт вас уже знает, ваш кошелек. Поэтому достаточно просто вот сюда в верхнюю строчку вбить адрес смарт-контракта. А сюда вбить в стоимость, ну, стоимость того уровня, на который вы хотите перейти. То есть, если это второй уровень, то значит один эфир. Все, вот эта строчка вам вообще не нужна. И отправляете просто на адрес смарт-контракта. Таким образом, мы с вами вполне можем работать абсолютно без сайта. Все, ребят, кто не с нами еще, присоединяйтесь. Все ссылочки есть под роликом. Выходите на связь, мои контакты также под роликом. Будем работать, будем зарабатывать. Пока-пока, на связи.